Наталья, это Эмилька. Здравствуй, Эмилия. Ну что вы там в отпуске-то? А чем вообще там артисты в филармонии занимаются? Готовят новые программы-то, нет? Когда у артистов отпуск, они отдыхают. Но так как у нас в конце нашего отпуска будет концерт 18 августа в органном зале в 19 часов, то приезжают немного раньше, чтобы порепетировать, собраться и для любимых слушателей сыграть концерт. А я знаю, что вы 18 августа летний час устраиваете музыкальный салон 19 века. Кто, что, про что? Рассказывай, матушка. В этом концерте принимают участие артисты Челябинской филармонии. Вот такой обширный у нас список исполнителей. А стихи будут какие-нибудь читать? Летние. Ну, ты понятно, на виолончели будешь играть. Мы будем играть и в ансамбле, и сольные произведения. Так что это будет очень интересно, потому что так много композиторов, особенно русских, написали произведения, воспевающие природу. И вы это все услышите в концерте. И, конечно же, хочется, чтобы в нашем зале были зрители, любители классической музыки, музыки, которая создана для души и сердца. Давайте там удачки! Связь плохая, а концерт будет хороший. Возвращайся и ты, Эмилия, из отпуска, с моря, и, может быть, ты еще успеешь попасть на наш концерт.